Актуальныя падзеі в области у матэрыялах корэспандэнтаў тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Наталья Ігнатенко. Вітаю вас, глядзіце у гэтым выпуску. На тэрыторыі в области у сувязі со складанымі кліматычнымі умовамі уведзены план надвор'я. У інстытуце радыёбіялогіі распрацавалі новае рэчыва, якое паляпшае якасць глебы і садзейнічае ўтрыманню ў ёй вільгаці. Сегодня в Гомельском державном театре «Лялек» прошел новогодний ранішник, организованный областным отделением Республиканского громадского объединения «Белорусский дитячий фонд». А зараз об этом и іншим больш подробязна. У сувязі со снегопадами у Гомельской области увели план надвор'я. Для стабилизации дорожной обстановки задзейнічалі больше як 200 одинок снегоуборочной техники и каля 80 экипажов ДАИ. Зараз снегопад протягивается. На некоторых участках дорог гололедица. У Гомеля працуе 30 одинок спецтехники, якія займаются очисткой улиц от снегу. По апошніх дадзеных у областным центре зафиксовано 4 дорожно-транспортные здарэнні. Потерпели только автомобили. Супрацовники областной дзяржаўтаінспекцыі просяць усіх удзельнікаў дарожнага руху быць максімальна уважлівымі. Инспекция просит всех водителей быть предельно внимательными и терпеливыми, резко не тормозить, соблюдать интервалы. Пешеходов просит в связи с погодными условиями одевать побольше светоотвращающих элементов, чтобы водители смогли вас заметить. У вёсцы Скрыгала у Мазырскага района отбылося узгаранне жилого дома. У вынику пожара загинула пенсионерка. Калі выратавальники прибыли на место здарэння, драўляны дом был полностью охоплены полымем, дах будинка обрушился. При тушении пожара и разборце конструкции дома было знойдено тело господыни. По словах суседзяў, яна характеризовалася выключно становча. Зараз высвятляются причины пожара. Сярод версий, якія разглядаются, порушение правил эксплуатации печи. Протягиваем выпуск. У год науки супрацовники доследчих институтов презентуют новые распрацовки. Иншая справа, что укоронить их у вытворчасть бывает достатково складана. Олег Сенцеров наведал Институт радиобиологии. Институт радиобиологии створен в 1987-м. В 2003-м его перевели в Гомель. Сегодня у складе института працуют 6 лабораторий, которые занимаются практически усім спектром чернобыльских проблем. Колькі распрацовок зроблена ў інстытуце за час яго існавання, адразу, напэўна, не скажа ніхто. На пачатку 2000-х, напрыклад, тут прэзентавалі хлеб, які выводзіць з арганізму радыенуклиды, і кармавыя дабаўкі для жывёл з тым жа эфектам. У сельгаспрадпрыемствах, дарэчы, гэтую распрацовку ацанілі станоўча, але спаслаліся на адсутнасць сродку для яе ўкаранення. У 2014 і 2015 на Гомельшчыне вырабляўся тварог з распрацаванай ў інстытуце біялагічнай дабаўкай, але зараз знайсці яго ў крамах ужо немагчыма. Сёння вучоныя дэманструюць яшчэ одно вынаходніцтва. Бакашы, па сутнасці, гэта біялагічнае ўдабрэнне з адходаў зерневых культур і мікраарганізмаў, якое паляпшае якасць глебы і дазваляе ўтрымліваць у ёй вільгаць. Плюс его в том, что, во-первых, это органическое, можно сказать, удобрение, и, во-вторых, там есть микроорганизмы, которые в почве продолжают действовать, и как бы они оздоравливают почву тем самым. Если почва была нарушена какими-то химическими факторами загрязняющими, то восстанавливается микрофлора почвы, что повышает ее качество, повышает устойчивость выращиваемых растений к различным факторам неблагоприятным, ну и увеличивает урожайность. Новая распрацовка уключена у каталог прапанов Национальной академии наук, але термины ее заявления на полицах крам не называются. Укоронение сегодня бывает самая великая проблема науковых институтов. Некто из вытворцев спосылается на нежадание изменения технологичных процессов, некто не уполнены у запотребованности, нехай и корыстной, але новой продукции. На думку науковцев, самое эффективное вырашение пытания – створение одной маркетинговой службы и пошук инвесторов. Наша задача – разработать и дальше отдать вот уже какой-то промежуточной структуре, в частности, вот тем, которые будут заниматься и маркетингом, и исследованием рынка. Потому что, ну, ученые – это не маркетологи. Становление белорусской науки началось в 20-х годах минулого стагодия. И зараз в Украине существуют науковые школы сапраўды сусветного узроўню. У институтах проводятся доследования, об яких ранее нават не марили, а их выники помогают развивать перспективные галины экономики. Правда, сами ученые признаются, эффективность их деятельности могла бы быть и больше высокой. Олег Сенцеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».
Сегодня у Гомельском державном театре «Лялик» отбылось масштабное святочное мероприемство, организованное областным отделением Республиканского громадского объединения «Белорусский дитячий фонд». Оно было проведено в рамках новогодней доброчинной акции «Наше сердце детям», якая сёлета протягнется до 20 студеня. Самая массовая новогодняя елка Гомельского областного отделения Белорусского дитячего фонда объединяла выхованцев 43 дитячих домов семейного типа нашего региона. На доброчинное свято было запрошено больше как 200 детей самых разных возрастов из всех кутков Гомельщины. В целом, с початку проведения у попереднем месяце новогодней доброчинной акции «Наше сердце детям» около 5000 юных жихаров в области уже сустрелись с Дедом Морозом и Снегуркой и отримали подарунки от ее организаторов и партнеров. Традиция Белорусского детского фонда – Новый год поздравлять ребят с детских домов семейного типа. Мы очень проявили большую активность, и благодаря нашим спонсорам, благодаря нашим неравнодушным людям, которые постоянно с нами рядом, нам помогли собрать подарки. Наведывальникам святочного мероприемства была пропонована веселая гульнявая программа, познавальный спектакль и, вядома ж, приемные подарунки. Треба отзначить, усе театрально-видовищные установы областного центра зараз ладить для своих юных гостей цікавыя навагоднія праграмы. Так, Гомельскі дзяржаўны тэатр «Лялек» запрашае дзяцей на ўрачысты ранішнік «Прывітанне-прывітанне Дзед Мароз» і святочны спектакль «Як нававёркіны імяніны». Іх чакае займальная падарожжа па казках і мультфільмах, а таксама дыскатэка з вялікімі ростовымі лялькамі. У сваю чаргу ў Гомельскім абласным драматычным тэатры дзеці могуць адправіцца ў займальнае марское падарожжа разам з Дзедам Марозам, Снягуркай і, як гэта не дзіўна гучыць, добрымі піратамі. Пасля чаго іх чакае займальны спектакль в «Остров скарбов». Это музычная постановка про цікавые пригоды, которые отбываются с главными героями у Рождество под час пошуков каштовностей. Пригожее новогоднее представление подрихтовано для детей и Гомельским городским молодежным театром. Юных гостей артисты переносят у соправдную святочную каску. Спектакль «Принцесса-генерал» – это веселая музычная история про два соседние королевства, помеж якими возникают конфликты. Однако широе кахание принца и принцессы оказывается мощнее ворожести и увы вынику усё заканчивается миром. Усе гэтые забавляльна-познавальные новогодние программы у театрально-видовищных установах областного центра можно наведать до 8 студеня уключно. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадио, компания «Гомель». На Гомельщине почались мероприемства, промеркованные до святкования Рождества. На улице весок вышли удельники коллектива, каб показать старожитные обрады и гульни. Наши корреспонденты наведали Ельский район. Это только на первый погляд. Сдается, что старожитные гульни зусім простые. На справе, как принять у их удела, тем больше перемогчи, необходимо быть как минимум спрытным. Еще стагодзе тому такие забавки у вёсцы Валаўск Ельского района были распаўсюджанными. Сегодня их спробуют отродить члены народного фольклорного коллектива «Волошки». Как, до речи, песни и обрады своих предков. Колядные обрады, обрад сороки. Гукание весны, великодный обрад мы сделали, сделали юрьевский обрад, сделали покровский обрад. У нас стало уже зажинки, дожинки, праздник первый оборозны, все обрады. Валаўскі дом культуры вось уже колькі гадоў як центр народных традыций. Перайменаванне не дані на моде, а жаданне на справе подкрэсліць. У гэтым аграгарадку вывучэннем и адраджэннем мясцовой культуры займаюцца досканала. Нават этнаграфічны музей стварылі с калекцией прадметаў домашняга побыту и старажытных узораў вышыванкі. Цяпер сюды прыводзяць школьнікаў, каб расказаць им об малой радзіме, а на Рождество яшчэ і песні продкаў нагадаюць. Волошки коллектив дорослый, але удел у им мясцовой молоди витается. Яны и уродные вёсцы выступают на гастроли с коллективом выезжают. У гэтым годе фольклорному ансамблю исполнится 65 годов. И покуль казать об спынении его выступления явно не приходится. Здесь люди поют, танцуют, дарят счастье людям. Это мне очень сильно нравится, поэтому я тоже получаю от этого удовольствие, и мне кажется, что именно здесь я нашла свой настоящий талант. Олег Сентюров, Максим Савин, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Ельский район.
Вы глядели информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам только добрых новинок. До новых встреч в эфире.